Романов Егор, учащийся 7 класса средней школы номер 27 города Якутска. Тема «Грамматический прием художественного перевода с французского на якутский язык, например, сказки Шарля Перо «Кот в сапогах». Цель – устранить особенности перевода с помощью грамматических приемов художественного перевода с французского на якутский язык, например, сказки Шарля Перо «Кот в сапогах». Гипотеза – реализовать требования перевода с помощью грамматических приемов художественного перевода с французского на якутский язык, например, на примере сказки Шарля Перо «Кот в сапогах». То есть эффективность перевода возможна, если первое – выявить некоторые требования к качеству перевода, второе – определить грамматические приемы перевода. Задача исследования – обосновать требования художественного перевода, второе – переводить с оригинального текста на родной якутский язык сказку Шарля Перо «Кот в сапогах» нормативные требования к переводу. Первое. Норма эквивалентного перевода. Второе. Жанрово-стилистическая норма. Третье. Норма текста перевода. Четвертое. Прагматическая норма. Пятое. Норма периодическая речь. Методы исследований. Передача артикля. Мне бирмилингсейт. Винь отхуа фуа. Ангаскага. Мжур. Мжуз. Арайбирде. Атрибутивные цепочки и особенности их передачи. Мсье ле маркиз де Карабас. Карабас маркиз тоем. Грамматические трансформации. Нашел нулевые. Сложные предложения с тремя простыми предложениями. Соединение сложных предложений из трех простых предложений в одно. Модальность и модальные формы. Си ву ву ле. Минь себе бинь илэнар болохтэна. Вывод. Артикли играют не столько грамматическую, сколько смысловую роль, и поэтому подлежат функциональной компенсации. Для адекватного перевода атрибутивной цепочки необходим анализ контекста. Необходимость в грамматических трансформациях при переводе обусловлена различием структуры двух языков. Категория модальности. При переводе связана с нормами межличностных отношений коммуникативной культуры. Заключение. Гипотеза эффективности перевода возможна, если первое – выявить некоторые требования к качеству перевода, второе – определить грамматические приемы перевода верно и подтверждается.